В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны Нерсесу Симоняну вручили автомобиль. Подарок сделал почетный консул Республики Армении в Тюмени Абрам Авиян. Отмечу, что Нерсес Симонян участвовал в освобождении Новороссийска и Севастополя, награжден медалью за отвагу, орденом Отечественной войны первой степени и другими. В этом году ветерану исполнилось 99 лет, он проживает в Армении. Для него тоже сюрприз, который он не знает. Сегодня как раз провожаем прямой рейс на Ереван. Мы пригласили сюда, он смотрит, говорит, это что такое? Говорит, это ваш подарок. Да, этот лично я решил таким образом поблагодарить то, что они сделали для нас, для всех народов. Русский народ, победоносный народ. И горжусь, что русский народ дал весь мир знаменитых людей. И горжусь, что во время войны славится армянский народ со русским народом. Россия ценит нас. И мы ценим русского народа.